телекомпания Ников представляет. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just clear another call. I'm headed over. Алло, здравствуйте, сэр Квинс. Я к вам по важному вопросу. Так. Слушаю. Здравствуйте. А что, вы пьяный? А, в смысле? А, ну ладно. Ну, как у вас, собственно, работа в ФБР продвигается? Отлично. Даже лучше, чем я планировал. Да. А. Ну, нормально. Вы вчера прочитали книгу, которую я вам дал? Да. Ну ладно. Мне понравилось. Ладно, сэр Квинс, я к вам хотел обратиться, да? По одному такому вопросику нелегальному, нелегального характера, да? Дело в том, что, ну, как вы отнесетесь к тому, что, ну, я реально хочу, то есть, устроиться в ФБР? Нормально, если вполне. А если я, ну, еще, ну, какого-нибудь человека с собой, ну, то есть, своего, как бы, напарника приглашу? Ну, думаю, да. То есть, это... ну, вы мне можете сказать то, что не будет так, как я в прошлый раз хотел устроиться в ФБР? Да, скорее всего, не будет. Типа, потому что сейчас-то совсем по-другому у нас. Ну, тогда происходит. Я... Дело в том, что еще такой вопросик. А что будет, если... Ну, то есть, я устроюсь, но, может быть, не с основного аккаунта, чтобы путаницы не было у людей? Ок, хорошо. Да, ну я тогда вас предупрежу заранее, но я хочу реально, то есть, быть ролеплей ФБРовцем, там, чтобы меня вызывали на всякие там, на всякую полную хуйню. Ну хорошо, но типа за эту полную хуйню ответственность я не несу. Не, нормально, вы мне можете даже зарплату, наверное. Не, я хочу. Подожди, а ты мне можешь сделать так, ну чтоб, блять, вот меня прям хуярили. Типа вызывали, блять, пиши отчеты, ты еблан, вот так. Ну, чтоб прям как будто в жизни. Типа, я хочу жизнь американского копа с пончиками. Чтобы я тебя заставлял работать? Не, всякую хуйню мне давай, типа, подписывай протоколы, блять. Или знаешь, вот это типа. Ты че? Или я открыл огонь, я открыл огонь незаконный, и ты такой, сдавай значок. А я такой, ну босс, мы их поймаем. Ну вот как в фильмах, чтоб было, ты можешь? То есть, ну, чтобы было прикольно. Мы тогда поднимем, ну, реально полицию на новый уровень, сделаем, как на GTA 5 серверах RP-шных. Я хочу чуть-чуть типа того. Understood? Ну, можно, да. Understood. Так, а вы вообще в этом заинтересованы? А какая у меня зарплата? Да, я заинтересован. А какая будет зарплата? А у нас, смотри, у нас зарплата, она сама по себе небольшая, но есть премии, там, от 100 там где-то премия бывает. А за что премии? За особо опасных преступников дают? А, ну вот за то, что ты круто, ну, за то, что ты крутой ФБРец, например. Подожди. А как... Сейчас, подожди. А вот, допустим, я еблыгу какого-то поймал, да, за какую-то хуйню, и его посажу там внизу в обезьянник. Что дальше с ним буду? Не, за какую-то хуйню, вот если ты будешь наркотики подкидывать, это я сразу осуждаю. А, не, ну ладно, такого мы не будем. Мы будем честными полицейскими. Все это, крышевать ларьки можно? Да, да. А, ну все, ты... Да? Да, да. Все, но если что, мы будем крышевать здесь все. Так. Хорошо. Нормально, нормально? Да, да, да. Когда устроишься? Не, я вот пока не знаю, мне с другого аккаунта заходить, но это я хочу целый, как будто, ну реально, чтобы был коперский сериал, то есть про полицейских. И, ну блин, в очередной раз, блядь, это все заговнится, но я хочу, типа, поднять реально, ну, полицию до уровня GTA 5 серверов Real. Вот, и еще, ну вот ты вот как вот ФБРовец, да, который вот долго уже работает. Скажи, вот допустим, если мы возьмем, да, и, ну, сделаем конференцию, и для ролеплея запретим, вот знаешь, как на прошлом сезоне, типа, запрещены были зелья, типа, это алкоголь или наркотики и все такое. Ну, то есть их все могут с собой таскать, но к тебе может проверка ролеплейная подойти и все такое. Ты скажи-ка мне, пожалуйста, да, ну, то есть это будет хуже или лучше вот на вот этом сезоне? Ну, я, кстати, думал об этом, но
Это как-то надо ПРП тогда отыграть, если запрещать. Угу. Типа... Не, ну вообще, типа, надо собрание сделать. Ну да, это типа. Чтобы с игроками, ну, чтобы они решили, будет ли там так им интереснее. Тогда ты, да, ты мне скажи еще тогда такую штуку. А форму там выдают, пистолеты и все такое. Да. Хочешь дубинку покажу? Давай, пока все показывай. А, вот, револьверы есть. Пошли, покажу. Слушай, а ты меня можешь вот по всем протоколам? Вот, допустим, ты меня задержишь на улице. Ну, вот так чисто. Так, так. Вот давай, давай, допустим, я ходил, да, и там, ну, начал кого-то бить. Вот, ну, или что-нибудь такое, я... О, не-не, вот это особо опасный, блядь. Ты живешь где-то на континенте, хуй тебе знает где, блядь. Хуй ты сюда лезешь? К русским, нахуй. Вот этот вот, блядь, да спустись, нахуй, пакуй его, нахуй. Вот этого пакуй, вот она, блядь. Вот я в отпуске. Блядь, какой отпуск? Да пакуй он, опасный, нахуй, преступник. Пакуй его, вот этого, блядь. Он сейчас бежит. А, вот это? Вот, вот, а, у него такой ник, пакуй, нижняя пакуй. Черточка, скрепка. Вот, ну, упакуй. Вот как вы пакуете по подозрению, ну, реально, во всех смертных грехах? Да, ну, подожди, чувак, я тут палю, как пакуют чела. Так, ну, я как вы, то есть... Беспредел. Зачем, зачем? Не, пакуй его, пакуй. Я по президентскому указу пакуй его, нахуй. Пакуй, пакуй. Я не в форме, ты видишь. Да, блядь, в смысле, у тебя медали какие-то или что это, блядь? Это императорская форма. Все, какая? Тогда вот этого, заставь вот этого вот, упаковать вот это чмо. Я охерел просто. Вот, вот этого с радужными очками, Гэя, Гэя. Пусть он упакует вот этого скрепку, то есть по всем протоколам. Так, давай, пакуй его нахуй. Вы не имеете права! Ага, ага, ага. Так, ага, ага. Да, он даже не сопротивляется. Слушай. Не, нормально, нормально, нормально. Так, нормально. За мной. Так, что я сделал? А вот это вот будет этот, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас, вы имеете право на адвоката, если у вас нет денег, государство предоставит, ну вот это вся хуйня. Да. Так, так, смотри, так, пацантря, этого дурачка, блядь, зашел на сервер, охуел, блядь, совсем, думал, сладкая жизнь. Слушай, припиши ему, что он этот, педофилию ему припиши. Да, разберемся. Так, подожди. Так, смотри, потом его пакуют. И что дальше будет? Ну, то есть его сейчас запакуют? Не знаю, если ФБР посчитает нужным его допросить, то его допросят. Ебать, еще я буду допросы делать, вся хуйня. А можно, ну, то есть, есть какой-то кабинет, где, ну, незаконный допрос, ну, там, головой в унитаз макать там чувака и все такое? Ты можешь КПЗ сразу сюда заходить. А, я же... Бля, я хочу быть полицейским, я буду лучшим полицейским. Ну что ж мне теперь пустой хлеб жрать? Да, привыкай, с водой. Так, его допросят, там а потом меня... что? А потом что? Ну то есть после... Да, ну если его признают виновным, то он будет здесь сидеть, отсидит свой срок. Если он оправдается, когда... А сколько срок? Ну, немного там, минут 5 где-то. Подожди, подожди, там, блядь, он убегает. А чё вот устраивается ФБР, чё ему дают, ну, вообще, то есть, непосредственно? Форму дают. Так, форму. А дубинку там, какой пистолет, там, коня дают? Пошли. Пацаны, я буду, блядь, я буду копом, реально. У меня будут коперские будни. Так, сейчас. Так, подожди. Вот дубинка. А ну, оно. Здесь лежит. Нихуя, отдача, прочность. А, для того, чтобы, смотри, это охранная деятельность, да, дубинки больше? Потому что я вижу, это какая? Подожди, F3. Нет, это камень. Ой, деревянный меч. Да, да, деревянный. А когда, ну, когда надо нейтрализовать противника? Ну, убить, в смысле? Ну, да, 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 так сказать, ёбать. Ну, вот, достаешь топочку и месишь просто. У тебя кликер стоит? Ну, своими силами. Естественно, вот, берешь зелье, допустим, и месишь. А изначально копы не должны в топочке ходить, да? Они изначально должны ходить... В РП, да. Угу. Все, я тебя понял. Ну, то есть мы приезжаем, представляемся, да? А может такая перестрелка начнется, я буду в окопе сидеть и орать, подмогу, подмогу. Мне пришли подмогу? Да, слушай, у нас очень много происходит, типа, парных РПшек, да, у нас, ну, ФБРовцев 4 может задействоваться в каком-то РП, то есть мне это очень нравится,
там кого-то в заложники берут, они бегут в Дискорде, люди приезжают, тоже помогают РПшек, очень много. А как происходит прием звонков? То есть есть оператор или любой свободный ФБРец? Любой свободный ФБРец. То есть человек пишет в чате, вызывает ФБР, и мы должны ему впервые ответить, да? Да, да. Все, ну, ты можешь взять с собой какого-то напарника и вместе с ним это все делать. Так, а слушай, а можно тогда, ну, то есть, если я хочу путь полный проделать, то, ну, я в отбор хочу, ну, как бы официальный отбор пройти, ну, чтобы никто не прошел, но я прошел. Ну, я хочу полностью прочувствовать, как бы, вот эту вот... Я могу сделать отбор только для тебя единственного, тогда больше никто не придет. Охуенно! Ну, а для меня и друга, да? Ну да, да, все. Ой, блядь, ну все, тогда договоримся, бро, там чисто чики-бомбони, там бом-бом-бом, да, красиво, да. Только я еще реально не знаю, может быть, я не буду... А кого ты хочешь-то? А? Кого ты хочешь еще с собой взять? Ну, я не знаю, я там либо Никиту, либо Кактуса, либо Драгонлорда возьму, там, ну, чтобы смешно было с ним, как бы, патрулировать и все. Mm-hmm. Слушай, а как часто, ну, вообще, как часто вызовы поступают? Достаточно часто. Сейчас я... Не, я к тому, что ты, ну, вывезут ли ФБРовцы, из-за того, что я стану ФБРовцем, тогда гораздо больше будет вызовов. Так и да, я знаю. Это... Вывезут? Я вот к чему. Они вывезут или надо будет еще набирать потом? Да думаю, вывезут. Но если не будут вывозить, ничего страшного. Сделаем типа, может тоже. Еще нет. Да. Да, кстати, там этот, как раз таки, если слотов сейчас мало, да, то вот как раз Ташундриса можно уволить и меня взять вот Ташундриса. Почему именно Ташундриса? Ну, потому что он меня бесит, он реально анкаповский, вот этот вот, у него плащ анкапа, и я все понимаю сразу реально. Меня продвинул анкап ФБР, знал, да? Ну, это я знал, конечно, ёпты. Да? Да. Ну, блин, прикольный у вас тут балкон, реально все видно, и отсюда я буду спрыгивать, и я буду этот, у меня еще будет трек играть, но я не знаю, он апешный или нет, вот этот вот, блин, я не смогу напеть, но там, ну, короче, у меня будет гимн после успешных заданий, нихуя, опа. Ладно, ты сам уже решай, как у тебя там будет в конце. Не, ладно, все, короче, если что, мы с тобой добазарились, да, Брух? А, да, в ВК тогда напиши. Все окей. Так, пацантра, все, пиздец. Вам будет интересно? Мне кажется, это пиздец, как интересно будет. Ну, если будут нормальные вызовы. Не по всякой хуйне. Но я бы предложил бы сделать реформу такую, чтобы незаконные парковки добавить. И, ну, такое, чтобы было больше взаимодействия. Блин, я хочу прям работать полицейским, вот так вот. Захотеть сидеть на коне, жрать пончики. И, ну, для этого надо будет еще всякий алкоголь запретить. Или добавить реально, там, знаете, парковки в неположенном месте. Или, блин, если это игроки примут, тогда я могу, типа, как диктатор запрещать всякую хуйню. Знаете, полную хуйню запрещать, типа, на этой неделе запрещаю держать в руках незерит. И все, и все, ко всем людям можно будет доебываться, и все такое. Так, за разбан Сомбит, в книге напиши ник. А, Сомбит был забанен за автототем в мае. С этого момента он изменился и раскаялся. Все, пока нахуй, автототем, всего доброго. Так, сбор подписей на вайп SP4, читать книгу. Так, давай почитаем. Здравствуйте, я троллер, собираю подписи на вайп SP4. Далее вы увидите причины, по которым вайп должен произойти. Кейв апдейт на Майнконе 2020 анонсировали обновление пещер. Также сам Пятерка говорил, что если анонсируют обновление гор или пещер, то вайп можно будет сделать сразу после Майнкона. Но этого не произошло. Также Пятерка говорил, что межсезонье должно длиться примерно 1 год. И я согласен с его мнением. Отсутствие дел на сервере в данный момент... Ну, блядь, в центре чуть-чуть не так. Чуть-чуть не так. Я на данный момент больше склоняюсь вот сюда вот. И, если честно, я бы снес бы нахер вот эту херню, потому что разговоры о вайпе только приближают вайп, и все нормально. Фифиф, что ты там, блядь, тут делаешь? Нормально ты там? Че? Ооо! Ооо!
пул целился в полицейского. Вы задержаны. Стоять, сука, стоять! Ах ты тварь, блядь! Ну ты... О, не пон нах. Не пон нах, бля. Я думаю, меня можно поздравить с очередным охеренным делом, с которым я справился четко в натуре. Мне нужен лук. Я с арбалета очень плохо могу целиться. Не умею с арбалета целиться. Мне надо лук. Мне надо лук, реально. Так, ну а так нормально, все равно я крутой. Я крутой. Итак, пацаны, рассказываю вам, значит, вчерашнюю историю. Сейчас все будет рассказано. Короче, вчера мы с мистером Тича Хэппи издевались над Гуппи и над... Ёп, не... Настолько все плохо, да? Ага. Короче, объясняю. Мы вчера в здании ФБР, как красивые истинные ФБРовцы, пытались засунуть вот эту вот дубинку в жопу Гуппи. Как себя чувствуешь? Что тебе надо, блядь? Как вы себя чувствуете? Охуенно чувствую себя, блядь. Ну, это кратко говоря, да? Ну, то есть мы флексили вот здесь, вот в этом подвале, и слышали взрывы. Взрывы, значит, происходили вот здесь, вот тут вот были взрывы. Помните, здесь было разнесено, ну, достаточно много. А, привет. Я уже хотел в ответ бить. Вот, здесь было разнесено достаточно много. Это был ВТФ-крип, блядь. Ну, я думаю, не надо даже объяснять, кто такой ВТФ-крип. Слишком часто, блядь, о нем говорят в последнее время. Короче, ВТФ-крип тут что-то повзрывал. И потом побежал взрывать что-то в хабе. Короче, блядь, что дальше происходит? Гени начинают писать то, что ВТФ-крип дебил, то, что его надо забанить и все такое. Я говорю, Гена, бань его, это охеренный повод его забанить. То, что все хорошо, наконец-то мы забаним ВТФ-крипа. Не надо будет ни подписи собирать, никому ничего объяснять. Мы будем просто скажем, забанили за гриф. И очередной дебил из моего списка дебилов наконец-то покинет сервер. Знаете, блядь, что в итоге случилось? Либо ВТФ-крип, либо его друзья, короче, пишут такую тему, что Лемикс, ну, то есть зам-мэр города Уотсу-Сити, да, говорит, не, мы не против, он все починил. И, блядь, и вот этот вот шанс, буквально вот ты держал комочек шанса, и он быстро превращается в воду, и сквозь пальцы так, и все. И, короче, я вот, стоя под вот этой вот фигурой кучерявой, значит, официально заявляю, если вы ведете себя как тварь, но потом все чините, мне похуй, вы будете забанены, потому что у нас изначально сервер о том, что грифов вообще не предполагается. Так отмазывались анкаповцы. Они типа, ну да, мы избиваем людей, но мы же всегда выплачиваем им деньги. В принципе, логично. Но мы, ну типа, этот сервер задумывался как тот сервер, где, блядь, избивать людей не будут. Где творчество будет на первом месте и общение между игроками будет на первом месте. Так что, блядь, голосуйте за меня. Я стану этим экстремистом. Ой, блядь, как это нахуй... радикальным, короче, правителям будут баны дебилов каждую секунду нахуй происходить. Вот если ты дебил, уходишь с сервера, я собираю свой митинг, голосуйте за меня, народ. Меня никто не слушает. Ну, ладно, в принципе. Уберите кристалл из рук, вы орган, блядь, правопорядка. Ну, вы, собственно, уберите из рук нах, вот это вот, нах. Угу. Так, вот это за пенисы будете наказаны, блядь. Вот вы за грифер льется сити, блядь. Все, блядь. Давай, нахуй. Все уже, блядь, фиссура, нахуй. Сейчас, блядь, поедешь, нахуй. Это не я ставил. Я видел, ты прям на пенисе на этом стоял. Все, пизда тебе, блядь. Сейчас. Угу.
Значит, повернитесь. Ну все, блядь, пизда тебе нахуй. Ты первый в моем нахуй списке на бан, блядь. Одевают наручники на фиссуру, нахуй, сука. Вот так вот. Повернитесь. Угу. Повернитесь, сэр. Повернитесь. Так. Угу. Да, Никита, пакуй его нахуй, он меня просто бесит. Как бы вы имеете право хоронить на молчание все, что вы скажете, может быть и будет использована против вас в суде. Вы не имеете права на адвоката, так как сами им являетесь. Нах. Ну и нахуя я это писал, блядь? Слушайте, какая-то хуйня, он какой-то неадекват. Блядь, ну давай взорви. Давай. Тихо. Никита, подожди. Никита, сейчас что-то будет. Ну это прям провокация. Это прям прямая провокация, Пинч. Пинчотов, тебя не забанили вообще, блядь? Что ты творишь? Подожди, вот это херня какая-то реально. Что ты, блядь, делаешь? Мне кажется, ну это чисто провокация была, реально. Пончики. Все, давай, гуляй, блядь. Где? Никита, пошли в мой кабинет. У меня кабинет есть, я вот сейчас вам покажу его, нах. Сейчас. Вот тут вот мне выделили. Так. Вот на вот этом столе у меня кабинет. Вот, кабинет мой. Отныне. Это теперь... Да, сэр. Нихуя, у тебя медаль есть, я тоже хочу. Рано тебе еще кабинет. Это мой кабинет. Это мой стол. Это мой стол, я его себе забираю. Я тут буду препарировать людей. Да! Уволен! Ах ты! Нихуя! Это что, блядь? Бля, пойдем выйдем. Ну, я тебе предлагаю, выйдем. Выйдем, блядь. Давай, ну, сейчас, подожди, Никита, блядь, подожди. Давай. Сейчас, Никита, блядь, подожди, давай, сейчас, ну, секунду. Я сейчас до тотемчика на кулаках выйду с пацанчиком. Никит, короче, когда мы будем разминаться, вот так вот стоять. Сейчас, ну, ты просто мне подыграй, окей? Сейчас, подожди, я не туда. Не туда пошел. Никит, сейчас, секунду. На дубинках. Без брони? Давай, без брони на дубинках, я готов с тобой выйти. Тотем есть? Бля, Никита, у тебя так быстро это получилось! Бля, Никит, охуенно сработано, четко в натуре. Я даже не ожидал, то, что ты так быстро это сделаешь. Дайте тотем, дайте, офицер. Сейчас. Офицер, дайте тотем. Сейчас я выйду с ним. Дайте, пожалуйста, офицер, сэр. Угу, спасибо. Так. Все, готов, блядь. Готов? Три. Угу. Ну давай я два наберу. Нихуя ты, блядь, один написал, нихуя. Сука, давай, блядь, в воду иди нахуй. На, сука. Давай, блядь, давай. О, сука, беги, сука. Беги, блядь. Ай, я теперь внизу. Все, до свидулина. Вот так, блядь, полиция, блядь. Вот так, нихуя. Пацаны, я в первый раз в жизни в ПВП победил. Вы очень честно. Вот так, нахуй. Вот, блядь, вот чему, блядь, полиция, я служу в полиции. Не понял, что за варн, блядь, не понял.
Ниппон. Ниппон. Понижен. Схуя, блядь! Схуяли! До какого уровня я понижен? До какого уровня? Иди гуляй, охуел! Форму отдал? Нет! Оба успокоились, ладно, ладно. Вот, ну, ему я готов, потому что у него, видали, сколько медалей, я там, типа, ну, тут я уже... Тут мои полномочия уже как бы терпильные. Не, пацан Рэй, я на самом деле, видимо, тупой, я только просек. Я думал, мне подкинули просто на стриме рекламу нового бара на СП. Вот, и я подумал то, что на этом дело закончено, но, видимо, блядь, нет. Пошли. Пиздец. Мойщики окон. Хорошо. Мойся. Ага. Опа. Забирайте. Да пусть заберут. Пусть берут. Николас. Николас, Николас. Пусть берут... Стой. Да тут другие. Тут другие ФБРовцы вывезут, если что. Так. Откуда нам инструменты, если грабили только... грабители только ушли. Так, надо проверить на зеленой ветке. Нет. Бля, что так? Они какие-то агрессивные, кстати. Николас. Блять, вы мое личное пространство, пожалуйста, соблюдайте. Угу. Мойте дальше. Дальше. Именем закона прошу вас мыть окна. Всего доброго. До свидули. Блядь! Да ёбаный хуй! Да сука, блядь! Конченая тварь! Да ебать, да заебала, блядь, сука! Да что за пиздец? Кхм, умг, умгпук. Пошли? Да, 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 давай, давай, пойдем, 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 пойдем. Сейчас, подожди. Блин, Никита, нам нужны какие-то удостоверения. Давай сами себе подделаем удостоверение. Ну, чтоб мы круто там показывали. Вот так вот, типа, слышь, ты, блядь, вот так. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел? Угу. Не, все, все нормально, как бы все красиво. Не, нам надо прям коперские, знаете, удостоверения и все такое, там, чики-бомбония. Угу. Так, ну ладно, поехали. Так, пацантре, вот это уже реально. Подожди, стой. Николас. Подожди, Никита, я сюда вызову наряд. Подожди, Никита, ну, это важно, это реально важно. Собачка all в хабе, не в хабе, в хайперлупе отца взрыв, надо оградить теру. Все, написал. Я не уверен, то что я должен был так делать, но на всякий случай фиаско. Ну и нахер ты это сделал, блять? Я случайно.
Ну, будешь сейчас вот разговаривать, сейчас... сейчас придут ФБР и им все расскажешь. Сейчас, подождите, подождите, сейчас сюда прибегут. Угу. Надо было писать собачка ФБР, а не собачка ОУ. Я все понял, я все понял. Стой здесь, тебя расследуют, если что. Сейчас тебя расследуют, стой тут. Если что, все дашь показания и нормально будет. Угу. Я сейчас дождусь, передам его органам правопорядка, нах. И все будет нормально. Так. Ага, ага, ага. Окей, 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 окей. Свидетели, все нормально будет. Плюс закон. Блять, ну и где? Сука, это какой-то... Никит, мы их, походу, должны отвезти сами. Упакуйте его кто-нибудь, ёб твою мать! Сейчас, 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 сейчас их придут. Грабителей можно найти только по горячим следам. Никита, я понимаю, но закон, понимаешь? Тут теракт, взрыв. Кстати, блядь, по поводу... по центру... О-о-о-о. А. Так. А что произошло? Ну... Попробуйте угадать, блядь. Я не умею писать, кстати, буквы. Во-во-во-во-во. Тот, что в красном, взрывал. Это свидетель. На свадьбе у меня свидетель. Так, так, все, поехали. Поехали. Я про Пикстеп давно смотрел, я не знаю, типа... Ты крутой, сынок. Скорее всего, когда смотрел, тогда и были нарезки. Что вы тут делаете? Выпить хотите? Хотим? Хотим? А, да-да-да, подожди. У нас купон на бесплатное пиво. Никита, мы воспользуемся этим купоном. Мы сейчас воспользуемся этим купоном. Нас проведут туда, когда, куда надо. Так. Никит, убери щит, на всякий случай, чтобы они не видели агрессию от нас. Да, чё, Никит? Никит, убери щит. Давай. Пойдем, пойдем. Ой, подожди, я не должен быть в броне. Летающий человек. Здравствуйте, желаете что-то? Вот меню. Так. Охеренно на бревнах сейчас посидим. Так. Посмотри, что-то страшное. Мне кажется, сейчас что-то будет, блядь. Тут, тут без подмоги. Как в полиции называется подмога? Так и называется? По-моему, это как-то там говорится, типа, вышлите наряд подмоги или что-то такое. Так. Николас, поделишься, а то ты подсосал оба. Угу. Так. Так. Спасибо. Так, слушай, надо понаблюдать. Сейчас, 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 сейчас. Угу. Дихсакти. Действительно, ни одной женщины в баре. Так. Мы закажем позже. Так. Хуль ты стоишь, блять, я позже закажу. Никита, отдай ему нахуй меню это. А, вот все. Бля, видел бы ты этот туалет, короче. Короче, я, наверное, на твоем бы месте тоже бы сходил в туалет. Когда будешь проходить барную стойку, посмотри налево. Ну, ты видел, откуда я пришел. Смотри, пройдешь барную стойку. Смотри налево. Иди.
Шлифуй, Никита. Захотел пописать. Так, ну нормально. Все, уходим? Да, да. Так. Иди сюда. Иди сюда. Ты уже там? Выходи, выходи. Дым, 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 дым. Стой, жди, пока у них паника поднимется. Жди, 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 жди. Жди, жди, жди. Че, мы проводим эвакуацию или они проводят? Да, 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 да. Ну, мы. Давай, бери уже щит и дубинку. Это уже серьезная тема. Давай, бери, 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 бери. Эвакуация! 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 Пожар! Пожар! У вас тут пожар! Ёпта! Выходим, выходим, выходим! Подожди еще какие-нибудь! Подожди еще! Подожди, подожди! Поджигай другие! Поджигай! Так, 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 так. Да, вот этот вот. Так. Так, ну пока все нормально. Подпирай, подпирай. Передние ты подпирай, я задние подопру. У меня шелка нет. Ну тогда туши костры, наверное. Так, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. У меня топора нету, прикинь. Подожди, он костер шелком собирает. Да, 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 все. Все, есть. Все, есть, есть. Сейчас. Оп, оп. Я забыл, как это делается. Сейчас. Так. Нормально, что в борьбе с пожаром, кстати. Да? Ну, нормально, мы органы порядка, мы все должны делать для народа, для людей там и все такое. Сейчас, сейчас, сейчас. Слэшми. Слэшми. Да, блядь. Подпирает дверь. Как его? Стулом. Так, есть. Николас, вот эти туши, я... Давай, 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 давай. Так. А, ты здесь уже все? Все. Так, ну что, идем? Только аккуратнее. Подожди, я заряжу. На второй, смотри. Я сейчас заряжаю. Все, давай, я готов. Тут кости и кровь. Тут много крови, смотри. Так. Так. Подвал. Самогон, огнестойкость. Ты думаешь, там на второй или в подвал? Только аккуратнее. Нет, подвал. Ебать. База данных. О, тихо, 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 тихо. Данная мафия. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, пойдем пока еще. Че? Из архива же книга, книги украли. Так. И вот они все книги. Собственно, ты прав. Подожди, давай на второй этаж на всякий случай сходим. Пошли. Так. Только аккуратно выходи. Я план выхода уже у меня есть. Сейчас. Нет, тут, по-моему, ничего. А ну-ка. Не-не-не-не-не-не-не. Нет. Тут ничего. Пошли, да. Короче, надо вызвать наряд. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это что за хер? Ты кто? Сэр. Сейчас, 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 сейчас. Так, все. Тут пожар. Не покидайте это место. Чтобы сгореть нахуй. Вот это, блядь, совет охуенный. Не спешите. Сейчас мы все решим. Так. Ну тут вроде тоже ничего нету. Я еще выше иду. Я за книгами. Так, здесь просто собака. Здесь просто кабинет. Все, да, наверное, за книгами и забирай. Ты весь шалкер заберешь? Не, я просто книги забрал. Так, слушай, и еще у меня есть идея. Сейчас, пойдем, пойдем. На всякий случай, чтобы на нас, да, не бычили. Потому что я не уверен, что мы очень законно все забираем. Ты только книги забрал? Да, да, да. Так, смотри, мы берем, делаем подделку. Я беру... И это теперь обгоревшее дерево. Все тут сгорело пожаром. Сечешь? Книги гений сгорели. А? Я гений, реально. Все. Так, смотри, Николас. Их нужно арестовать за кражу, взлом, проникновение. Так, а мы знаем, кто конкретно это сделал? Из них? Ну, как минимум, владелец бара.
Слушайте, ты, кстати, ты прав. Я думал, мы сейчас просто заберем эту херню и... Слушай, давай так. Я вообще думал свалить через этот проход. Я предлагаю такую тему. Мы берем сейчас, говорим, типа, владелец бара, зайдите описать имущество. И без людей, потому что, может быть, они начнут за него заступаться, его пакуем и выводим, смотри, вот он, проход в дом. Вот. Угу. И выводим через этот дом, наверное. Попробуем вывести. Ну, давай. Кстати, если получится. О! А! Это кто? Не знаю. Подожди, балкон. Ну, по идее, мы его сможем вывести через балкон, чтобы, ну, без свидетелей было. Или через задний проход бара. Давай через задний проход бара. Окей. Так, а это, собственно, кто? Я что-то так подумал. Если у владельца бара есть, типа, ну зачем владельцу бара данные о мафии, да? Так. То есть вполне вероятно то, что владелец бара... Смотри, мы ему скажем, заходите, а давайте описывать имущество. Мы описываем, да, и говорим, а вот это вот, про этот подвал, вы что можете рассказать? Вот так вот, давай? Давай, вы этот... Что делаешь? Ну, откроем дверь. Давай. Пошел нахер. Понял. Нормально? Хорошо, окей. Профсоюз одобряет. Так, вот что скажете по этим столикам? Давай их сюда сначала, вот все нормально, чи нет? Так. А тут? Ага. Что мне делать? Подожди. Он что-то... Лизнул ее. Блять, она была раньше. Все нормально? Так, ну все, ведем его теперь. Давай, еще по этим столикам спросим. А тут? Это от ребрышек, да, осталось? Так. Хорошо. Пройдемте. Все, повели его туда, повели. Все, это сейчас, блядь, момент X настанет. Давай вот тут про это место спросим вообще. Давай. А тут у вас что? Я понял, как мы его выведем. Знаешь что? Проверьте, ничего не сгорело. Смотри, мы не будем спрашивать у него, а что это за комната? А мы у него спросим, типа, а там ничего не сгорело? Он посмотрит на книги, и он либо скажет то, что книги сгорели, либо то, что... Ну, как бы, если он скажет, что книги сгорели, значит, он знал, что там были книги. Значит, он виновен, понимаешь? Да. Так, черт, некоторые напитки погорели. Потом запишите нам, какие именно. Так, пойдем теперь сюда. Давай про... Тут проверьте. Кстати, я только сейчас подумал, тут типа цепи. Да. Смотри. Подожди, что это делает? Мешок сгорел. А что это был за мешок? Ну ты понял. Че, пакуем? Сейчас его поймаем. Ты его хочешь вывести? Давайте присядем. Погоди. Так. О, нихуя ты, блядь! Шерлок, нихуя! Ну ты красава. Опа! Слушай, давай его сейчас посадим на всякий случай, реально. Так. Не, Никита, блядь, не превышай сейчас, не превышай. Так почему? У нас же тут компромат на него есть уже. Надо давить. Тихо. Давайте присядем. Так.
Вот, давай вот сюда сажай. Если что, сейчас будем его здесь паковать. Садитесь. Так. Давай, давай теперь напрямую мы скажем, что будет, что вы сделаете, если мы скажем, что мы знали, что лежало в этом мешке. Давай, давай, давай. Нет, или просто мы знаем, что лежало в этом мешке. Сука. Так. И что же? Книжечки. Что вам о них известно? Да-да-да, запасные меню, конечно. Блять, слушай, давай, я предлагаю вот этой книгой ёбни ему сейчас по ебалу, ну, чтоб он понял. Давай ты злой полицейский сегодня. Ну, ну ёбни его. Блять. Так. Ну, и как вам ваше меню? Вот так вот. Угу, сука. Так. Ну да, наверное, перепутал, блядь. Так, Николас, дави, дави, блядь. Сейчас этот гнойник, блядь, вылезет, сука. Все, пизда тебе. Откуда они у вас, блядь? Базарь, спрашивай, спрашивай, откуда они у него. Давай, дави на него, нахуй. Блядь, не, я не верю, что он ничего не знает о своем же подвале. Слышь, черт, базарь, черт. Так, слушай, может быть, я сейчас... давай я буду хорошим полицейским. Отдохни. Сейчас, я тебе скажу, типа, отдохни. Так, сейчас. Сэр, если вы расскажете нам правду, то мы сможем вам... помочь со страховкой и скостить срок. Даже если это не ваше, то оно в любом случае... не судьба, он повелся, он повелся, он повелся, смотри. Да-да-да, да, да. Да, все, уже? Да, правда? Конечно. То есть не признал. Так, 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 так. Сейчас что-то выглядит. Я добрый полицейский, блядь. Сядь, 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 сядь. Так. Задумался, задумался. Так, так. Скажите, типа, если он сдаст сообщников, то он попадет под программу защиты свидетелей. Так. Если вы нам все расскажете, то мы вас сможем оформить по программе защиты свидетелей, и вы не сядете. В любом случае мешок нашли именно у вас в баре. Вы уже не отмажетесь. Ёбаный ты козёл, мам. Ах ты, сука. Черножопый, блядь. Ну, в таком, таком случае могу сказать лишь то, был бы ты что человек, нахуй. Моему напарнику ваше пиво не понравилось. Николас, я предлагаю потом мы его напоим его же коньяком, он все расскажет. Ты пока вызови наряд, я его буду бить. Ты думаешь, уже надо для упаковки, да? Ну да, 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 вызывай наряд для упаковки уже. Все, давай, давай, давай. Да, он, я выступал. Слушай, я тебе предлагаю, нахуй, заливай в него его же коньяк, он станет пьяный, может быть, что-то расскажет. Чуть, как тебе такая идея? Да, 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 да. Блять, ну это уже как-то, знаешь, не очень по ФБРовскому, но в принципе нормально. Только его надо будет напоить настолько до беспамятства, чтобы он потом так не мог вспомнить. А? Ну-ка, так как они. Угу. Заставляй его прям все пить, все. Бульк-бульк. Так, я сейчас проверю, если что, все нормально или нет.
Ну, вроде чисто. Так, Николас. Так. Ну, он пьет. Так, так. На вызов кто-то отозвался или нет? Написали вот так. Так, ну я думаю, если еще пару к нам пришлют, то нормально. Блять, он блеванул, я знаю. Когда алкашкой блюешь, то отрезвеешь, наоборот. Надо что-то... Давай я еще принесу. Давай. Так, будем считать, что вот какой-то вот из этих напитков, блять, сгорел тоже. Так. Так, на. Заливай. Да. Заливай. Так, слушай, я бы на всякий случай бы уже бы, ну, приоделся нормально, чтобы одень, а то, блядь, мало ли что. Так. Николас, я не уверен, что к нам едут. Блядь, ты разбил нахуй машину, пиздец! Ебанулся, Игорь! Ебанулся, Игорь! Я охуею, Игорь! Ну сиди. А что мы натворили? Сиди, ну сиди. Все нормально, не переживай. Нахуй ты за руль сел! Тихо, Делаешь-то, эй! Ты что творишь? Это все спокойно. Ты за руль сел, урод ебаный! Я тебе ебала сейчас!